Добро пожаловать на канал Мыло Олд. Сегодня мы предлагаем вниманию обзор масла лесного ореха 100 мл. Фундук не только вкусное лакомство, у него еще и много целебных свойств. Масло лещины очень ароматное, текучее и легкое. В нем много олеиновой, пальмитиновой, линолевой, стериновой кислот. Оно насыщено токоферолами и каротенидами. Содержит кальций, магний, медь, фосфор, железо и витамины В, С, Е и ПП. Масло оказывает тонизирующее, освежающее воздействие, дает матирующий эффект, стягивает расширенные поры, восстанавливает жировой баланс, нормализует секрецию сальных желез. В масле много витамина В1, что делает его лучшим базовым маслом, ингредиентом в косметических средствах ручной работы для жирной и проблемной кожи. Также эффективно подходит для смешанной кожи, успешно справляется с угревой сыпью и акне, лечит абсцессы. Ореховое масло полезно добавлять в косметику для чувствительной кожи около глаз и для кожи губ. Масло лесного ореха, которое предлагает наш магазин, это органический натуральный продукт, добываемый из ядер фундука с соблюдением всех правил технологии производства. Оно оптимально подходит для создания полезных косметических средств в домашних условиях. В нашем магазине маловарения масло фундука можно заказать от 50 до 100 мл, а оптом от 1 литра в удобной упаковке. Масло применяется и самостоятельно, как базовое масло при производстве натурального мыла. Добавляется в крема, тоники, шампуни, мази, растирания и массажные смеси. Вот так выглядит флакончик с маслом, который мы предлагаем нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться и ставить лайки.